да, студенты там МГУ, с кем мы встречаемся, работаем, студенты, где, перед которым я, у которых я читаю историю, это люди, которые дышат одним воздухом со мной. Это тоже провокаторы, фашисты. Мы не расходимся с них во взглядах, потому что они так же, как и я, хотят, чтобы работала Конституция. Так же, как и я, хотят, чтобы соблюдался закон. Популизм. Так же, я не хотят, чтобы, да, попадать под этот каток, этот милицейский судебный беспредел. Популизм тогда в России выносится 1% оправдательных приговоров в год. Это не снилось даже детям, я не знаю, там, африканской оппозиции в страшных снах. То, что сегодня так, происходит... Ваня, а теперь говорим на чистоту, да? Потому что у вас редкая возможность. Вот скажите сейчас честно и прямо. Скажите, возможно силовые акции на улицах Москвы? Возможно, хорошо, возможно, я не знаю, погромы, столкновения с милицией, поджоги, разбивание витрин и так далее. Возможно это или нет? Ну давайте все-таки смотреть на этот вопрос с точки зрения... Палатки громили, они палатки азербайджанские, там таджикские громили все время. Ну у кого чего болит, понятно. У меня это да. не болит. Азербайджан тогда, наш... чемодан вокзал Азербайджан. Вот. Слышите, что это базар? От 10 числа. Тихо. Смотрите.